Здравствуйте, здравствуйте. Привет. О, хорошего денечка. Ох, нарезки. Сейчас будут нарезки с монстров. Мы вчера победили двух боссов. Но пока не нашли костюм. Привет, Чидару. Сейчас будем искать, где он находится. Охотничье одеяние. Вот, кстати, о костюмах. Который носил Хендрик, старый охотник. Старый молчаливый охотник Хендрик когда-то был напарником отца Гаскоина. О, Гаскоина мы убили. Не допроходить, а с самого начала поиграть. Это прям комплимент. Ну, конечно. Ну, чтобы было полное погружение. Не подслушивай чужие. Я всегда читаю то, что вы пишете, Андроид. Если ты там будешь секретничать в чате, знай. Я буду в курсе. Так. Это, по-моему, шорт. Привет. Привет, Торим. Привет, Фносочка. Всем привет. Ага. Есть два пути. Прямо и налево. Можем сначала налево сходить. И тут... Я помню, был какой-то пипец. Сейчас, секунду, самое главное... Подожди, надо вспомнить. Подожди. Все, вспомнила. Помнишь челов с мешками? Нет. Привет, Ритуб. Я не помню челов с мешками. Ой, блин. Твою мать. Твою мать. Надо научиться их убивать. Ну ничего. Первое тренировочное. Раскликочное. Привет, Магвин. Возвращение блудного Бладборна. Ну да. Да. Вспоминаем. А то... Одеваемся. А то такой перерыв, конечно, был четырехмесячный, что неуважение будет к игре, если я просто пройду, чтобы пройти, не вникнув заново в историю. Ну, такое. Все. Шикарно. Привет, Монтейн. Все, мы теперь модники. Вместо топорика бы какое-нибудь солидное оружие. А то не подходит к луку. Есть два пути. О май гад. Давайте туда. В Элден, а мы Элден Ринг прошли. Спасибо за фоллоу. А колотуха-то у него побольше. Ага. Он идет наверх. Тут, конечно, очень легко запутаться. Потом нам надо не забыть пойти наверх. Тут идет справа. Блин! Я успела! Хорошо. О, да! Успела. А, черт, не успела. Успела, хорошо. Вперед с этими мелочами надо разобраться. Сейчас какой-то... Ты! Все. Пузырьки, все в дом. Это мы будем хранить.
Для борьбы с боссом. Что это за шум? За окнами соседи траву косят. Монокуляр. Надеюсь, вам не слышно. И Софа, если что, сегодня выходной, я просто поделился с андроидом, почему я не на стримах. Но все равно нужно будет отойти. Трава привезут еще, и нужно в теплице ростки помидоров посадить. Да приходите, когда вам удобно. Конечно, ветеранчик. Привет, тепличка, еще раз. Теплица у нас приболела, а чувствует себя получше. Кстати, только о теплице, и сразу теплица в чате, да. Тихонечко. Нет, не получилось. Ну ладно. Ну давай попробуем. Не зафиксировалось. О, ни хрена он. А он больно дает. Тихо, 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 тихо. А, не увернулась. Ладно, это бесполезно, давай. А может попробуем поймать? Нет, это не поймать. Твою мать. Охренеть. Успокойся. Какой-то он это неприятный, типа, и всего лишь осколок кровавика дал. Лучше бы три банки. Привет, Владан. Конечно, он такой неприятный, я бы так сказала. Еще можно мне, пожалуйста, больше банок, больше патронов? Тут еще кто-то ходил. Так, главное не запутаться, давайте. Мы пошли налево, а потом слева было два пути, мы пошли направо и вышли сюда. Женщины, нет тебе пощады. Там тоже ничего нет, все. Мы ничего не пропустили. Идем по пути. Угу. Угу. Чидару, спасибо за кружечку. 12 месяцев. 4 дару подчеркивание. Держи кружечку. Спасибо. Софико амагусь. Софико амагусь. Софико амагусь. Жесть, у нас чат из кружек состоит. Привет, Акнас. Приятно как. Привет, Плум. А тут что? Погреб? А, ну тут какой-то подвох. Тут какой-то подвох. Не может быть. Да, кружечки обновляются. Умеряющий кровавый самоцвет. Видно что-то ценное. Да. Заперто. Ну, значит, мы возвращаемся обратно. Видимо, мы эту дверь откроем потом с другой стороны. И идем по второму пути. Тут зачищено. Ой, мы уже и попачкались. Что это?
Нет, нам не зачем это делать. Все, да. Теперь мы идем. Ах, там, по-моему, гигант был этот как раз-таки. Да. Что ж. Может подождать, когда он развернется и ударить его сильно. Не хочется банки тратить. Разворачивайся. Поступим по-хитрому. Я очень экономлю свои банки. Привет, Вэлс, Фико. Так, обхитрили. Только особый символ может открыть. Символ с чашей и двумя людьми. Но, видимо, нам бы... Да. Ну, хорошо, что мы его перехитрили, потому что нам не пройти. Привет, Хуэн Холвен. Но почему у меня пары сейчас начинаются? Ну, надо учиться. Не пропускай пары. Вака-вака, спасибо за подписку. Твою. Тихо. Блин. Спасибо за подписочку. 9 месяцев, между прочим. Угу, справа мы посмотрели, общупали. Теперь у нас другой путь. Да, только прямо. Мы, кстати, бодренько идем. Ничего нет. Что-то тут мне не нравится. Кто из них... А никто из них не стреляет. И хорошо. Блин. Черт, отвернулась. Еще и поджог. Так, там кто-то стоит. Ва. Очень красиво. Что-то захотелось в Санкт-Петербург. Такие вайбы есть. Серую погоду. Цилиндр. Привет, Фекал. Давайте внутри походим. Ну что ты тут... Ничего не сделал, просто посмотрел. А тут, кстати, бить стены не принято, да? Bloodborne. Привет, Росточек. Привет, Sunrise. Спасибо за фоллоу. Я помню, что... точно. Можно двигать этот саркофаг. По-моему. И рычаг где-то... Где-то сверху вроде бы. И снизу откроется путь...
В Зеленую Сибирь у нас погода хорошая. Тогда у меня тоже хорошая. Кита, но у меня тут солнышко, пальмы, зелень вокруг. Но я родилась на севере. Потом переехала в северную столицу и привыкла к мрачной погоде. И по ней скучаю временами. Ты там, собака меня добить решила? То есть в Санкт-Петербурге я скучала по солнцу, а когда есть солнце, я скучаю по Санкт-Петербургу. Это второй этаж, верно? А вот оно. Реддарт. Оно. Мы с молодым человеком, признаться, из нашей зеленой хотим куда теплее. Я так люблю Сибирь, я в ней все 20 лет жизни. Но она у тебя и останется в сердечке, когда вы переедете. Мы помним, что в соборе открылся проход, но я хочу посмотреть, что там дальше. Ты охотница на чудовищ, верно? Ну, прости, зови меня Альфред. Ученик мастера Лагариуса, охотника из рода нечистокровных. Ну что скажешь? Мы оба охотники, хотя и охотимся на заразной добычей. Живой человек, да. Почему бы нам не поработать вместе и не поговорить о том, чему мы научились? Ну давайте. А давай к нам в космос. У нас тут вообще никакой погоды нет. Тупо вакуум. Ты в космосе, Никитос? Жесть, на что в космосе смотрят? Очень хорошо, очень даже неплохо. Сотрудничаем. Возьми это в честь нашего знакомства. Огненная бумага. Спасибо, сотрудничаем. На что в космосе? Привет, космос, жесть. С МКС? Не может быть. Молитва. Охота на чудовищ — это священное занятие. Пусть хорошая кровь укажет тебе путь. Ну и межгалактические, да. Наверное, мы можем многим поделиться. Давай, расскажи мне, что тебя больше всего интересует. Меня? Давай обо всем. Это старое учебное заведение. А гробницу богов, возведенную под яр, нам должны знать каждый охотник. Но однажды группа молодых ученых из Бюрнгверта обнаружила в гробнице святого медиума. В результате этого была основана церковь исцеления, где начали проводить исцеление крови. В этом смысле все святое, что есть в Ярнаме, связано с Бюрнгвертом. Сегодня колледж, расположенный в дремучем лесу, разрушен и всеми покинут. К тому же церковь исцеления провозгласила Бирвергверд запретной территорией. Никто точно не знает, сколько ученых еще осталось живых. Но только им известен пароль от ворот. Вот так вот. Что там у вас? На всю галактику показывают Дайангл. А ты смотришь по вечерам новый популярный реакт стримеров Вику и Аркаши, как они реагируют на... Я заходила. Я заходила, чуть-чуть посмотрела. Но потом меня позвали в Алпикс. Мы пошли с Натапой и с Тепличкой вчера. Ну, космическая станция у меня, конечно, маленькая, но зато своя. Ну и да, далековато от центра звездной системы. Как ты знаешь, церковь исцеления — это то место, где начали проводить исцеление крови. Привет, Аврора. Но я простой охотник, мне неведомы все подробности. Однако я слышал, что в главном соборе почитают святого, хранящего знания об исцелении крови.
а советники старой церкви заседают в верхней части соборного округа. Если тебе нужно исцелить кровь и церковь, не против, загляни туда. Вот так вот. Было приятно познакомиться, да. А заказ игры возобновляется, если скоро выйдет дополнение, ведь скоро DLC выйдет Golden Ring, и честно скажу, хочется увидеть, что ты в нее поиграешь. Ведь раньше я 100% в нее поиграю. Конечно. Если выходит DLC к тем играм, которые вы заказывали, мы пойдем туда. И тем более мы прошли Elden Ring. Грех пропускать DLC. А заказ игры когда возобновятся? Когда мы пройдем большую часть Ингл? Потому что, знаешь что? Я думала, что будут небольшие игры заказывать. Или хотя бы несколько больших. Так там все крупные Ингл. Все игры, которые огромные, по сути, требуют много времени для прохождения. Я просто охренела, когда увидела список и сразу же закрыла заказ игр. Да, Death Stranding. А там вместо Ведьмака Киберпанк. То, что я, во что я не играл. Elden Ring. Ой. Сколько боссов Bloodborne? Ну, мы убили пока двоих. Так, тихо. У нас бабачка здесь. Не дотяну. С каких это пор стены реагируют? Еще чуть-чуть. Обычно сквозь стены пролетают удары. Привет, Делектрик. И Гаскоина, и церковное чудовище. Ну, тот, который на мосте был. На мосту. Столько же просидим, наверное, как и на... Серьезно? По объему DLC в Elden Ring будет такой же, как и сам Elden Ring? Ну вот, в принципе, не скоро у нас будут заказы, получается. Утонем в соусах. Да, больше. Это, конечно, прекрасно, я рада, но... Как полная игра. Это улыбка радости, конечно же. Что это? О, да! Секунду, у нас много денег. Я даже не заметила, как нафармила 5000. Нужно будет их... потратить прямо сейчас. Только как эта локация называется? Конец списка софов. Да. Где 1 минута 10 лет? Привет, куколка. Можно, пожалуйста, распределить очки? Я бы хотела стойкости побольше. А дальше мне не хватит, дорогая. Farewell, good hunt. Софа, как говорил Миядзаки, если вам понравилось моление, таких боссов будет много в дополнении. Ну ничего.
починки не требуются. Поклониться. Так. Поприветствовать. Указать вперед. Наверное, поприветствовать. Welcome home, good hunter. Не то. Ой! Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. Черт, мы же научились. Секунду. Welcome home, good hunter. Нет, мы разучились. Нет. Farewell, good hunter. May you find your worth in the. Welcome home, good hunter. А где поклониться? Farewell, good hunter. Так. May you find your worth in the. Поклониться. Я просто хотела. Во. Я хотела это сделать через сенсоры, ветеранчик. Блин, почему нельзя микрофон вот еще длиннее сделать? Надо поближе будет. Welcome home, good hunter. What is it you desire? Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. Технологии! Так, а куда нам? Но это точно старый Ярнам? Но там было, конечно... Возможно ли пантограф удлинить? Во. Да. Старый Ярнам. Так вроде бы нормально слышно. Так. Этот город давно покинут. Охотникам тут не место. А мы все равно пройдем. Это получается новый локейшн. Совершенно новый путь. Эй, охотница! Ты что, не видела предупреждение? Уходи немедленно. Люди сожгли, покинули старый Ярнам. Теперь здесь живут только чудовища. Мне тоже не нравится, Щитар. Они не могут причинить вред тем, кто наверху. Ступай. Или охотница станет добычей. И этого чувака прибило перед лечением. Мы читать не умеем. Я предлагаю, знаете что? Ведь это новый путь, это новая локация. Получается, мы пропылесосили и прошли левую часть. Теперь нам нужно пройти немножко прямо. Чтобы не запутаться в направлениях. С собора. То есть мы там слева все прошли и как раз таки вышли к этой локации. Теперь сюда. А ты людей в церкви собирала? Конечно. Тут у меня бабка, а потом я сюда девушку привела. Я только двоих привела. Да, конечно, разумеется. Теперь путь лежит здесь. Так, секундочку. Ух ты! Дай банку. Эх.
выпали из гнезда, поэтому злые. Мне впервые поранила ворона. У нас получится его застопить? Ой-ой-ой. Да. Поймали. Спасибо за пули. Еще на крышу можно спрыгивать. Надо попробовать этого поймать. Не. А ты в начальную локацию возвращалась? Нет. А зачем? Я бабульку вывела. Все посмотрела. Все пропылесосила. Со всеми познакомилась. А, где ты с лечебницей? Нет. Нет. Там я не была. Ну, я могу вернуться, если надо, по сюжету. Но мы же там, получается, были один раз, а потом мы вернулись с оружием. Побили волка. Устройством закрыто. Черт. Оно потом откроется, судя по всему. Тут нигде нет рычагов. Показалось. Но тут еще выход на крышу есть. Ладно. И тут ничего нет. Ну давай посмотрим, если мы что-то пропустили. Ну, мы, считай, туда Чедару возвращались два раза. Но я бы туда не вернулась бы в третий раз, если бы ты не сказал. А, ну здравствуй. Прекрасно. Позволь попросить тебя о необычном одолжении. Ты скоро отправишься на охоту, я полагаю. Если ты найдешь выживших, направь их в лечебницу. Йозефки, клятвы Гиппократа, если они еще люди, я пригляжу за ними и, возможно, даже вылечу. Это болезнь, эти чудовища, их не нужно бояться. В этот раз ночь долгая, хоть мне и не выйти, я постараюсь как-нибудь помочь. Я даже готова наградить тебя за сотрудничество. Соблазнительное предложение. Мы могли, получается, бабку направить к ней? Ну тогда отправляйся. Привет, Хайбер. То есть у нас будет выбор спасать или в собор, или в больничку? Ой, мы сейчас с Киролин сами познаем сюжет. Но тут есть охотники, мы охотник. И есть монстры. Монстры, как я поняла, появились путем экспериментов с кровью. Эти эксперименты нужны были, по-моему, для лечения. Точно, можно было бы несколько раз поговорить. Охотник!
Если ты встретишь людей, отправь прямиком в лечебницу. Можешь заверить, что нет места более безопасного. Пожалуйста, скажи мне, окажи мне такую услугу. Ну все, в принципе, она говорит одно и то же. Ой, я помню в Элден Ринге. Так любила обниматься с одной прекрасной девушкой. А оказывается, она у меня постоянно сосала жизнь после обнимашек. Но я ни о чем не жалею. Эти обнимашки были прекрасными. Она так мило обнимала. Такая чудесная мадам. Мы здесь были. Да. Только почему эти ворота нахрен закрыты? У меня вопросики. Как в жизни? Черт. Но я, наверное, вплакала впервые в Souls-like играх. Не от боли, а вот прям вот от тяжелой истории. Это в Elden Ring, когда я Боку убила своим решением. Портного. Что я там не заметила деталь, которая могла бы его спасти. Я настолько пообнимался, что я на ее концовку решил пройти. Вот к чему объятия приводят. Обнимашки, это прекрасно. А ты нашла ветку историю с Гаскоином? Пока нет. Мы его недавно грохнули. Вчера. Ну вот. Когда Бог умер из-за меня, из-за моего решения. Я выключила вебку и сморкалась. Дочь на месте его смерти должна сидеть! А, в другом месте. Ну я бы туда, давайте тогда, я бы туда не вернулась. Столько всего, столько моментов. Мне этим нравятся Souls-like игры, что ты потихоньку играешь, понимаешь, что можно было бы что-то изменить, и ты это меняешь в следующей части, а потом ты понимаешь при следующем прохождении, что можно было бы сделать так, и ты еще раз перепроходишь игру, чтобы сделать по-другому. Ой, этот город прогнил. Не люблю эту локацию. Согласно Чедару. Мы прошли эту локацию, и я ушла на лечение. С тех пор я ничего не помнила. Но помню, что тут была попа боль. Неприятно ходить здесь. Убежал. Угу. Город, стирающий память. Ну да. Так, у нас есть путь. Направо. О боже, Доминик. Ой, Сив. Он меня не узнал, но я знала, что там в каком-то DLC, если ты с ним подружишься, его освободишь, он будет тебе помогать, и тогда, если ты после этого пойдешь с ним драться, он тебя узнает. Или налево пойти. Пойдемте налево. Это разбивает сердце, конечно. Да, его было очень жалко бить. Очень жалко его было убивать. Мы его убили с первого раза. Но так грустненько было. Он так держал меч.
Вот, у каждого, да, по-своему чедару. Поэтому я не могу назвать... Я ни разу не скажу, давайте так, что какой-то босс... Ёпту мать. Легкий. Каждый проходит по-своему. Больше всего сочувствовала Валдене. И почему-то именно... Ну и жалко, что пришли мы Хэллоу, нам нужна предначертанная смерть, поэтому тебя ловим. Мне было очень жалко бить... Блин, я забыла, как ее зовут. В библиотеке. Мать, которая с ребенком была. Забыла, как ее зовут. Боже, из головы вылетела. Ринала, по-моему, Ринала. Да. Где девочки в библиотеке ее защищали палочками. Она в воздухе ребенка сжимала. Это было ужасно. Мне так не хотелось с ней драться. Такая беззащитная там была. А ты искусная охотница. Умелая, беспощадная, опьяненная кровью. Как лучше, лучший из охотников. Яйцо, ну это было ее дитё там, да. Почувствовала себя максимально гнидой, когда ее избивала. Так, вау, красиво. Ну что славится, конечно, сослайки, мидзаки, это виды и глобальность. Огромные расстояния, огромные деревья, огромные локации. Именно поэтому я должен тебя остановить. Начинается. Видите? Он там сверху сидит. Больно бьет, между прочим. Только почему он меня должен остановить? Я до сих пор этого не поняла. Да, ветеран, кстати, да. Это же женщина единственная осталась в живых после боя. Но ребенка убрали, так как одной из сцен дракон плющ... Да, 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 я знаю, я знаю. Настолько была жестокая сцена, что не стали ее добавлять. Посоветовали ББ скачать. Я на первом мобе откис два раза. ББ это что? А, Bloodborne. Это нормально. Охрик. Твою мать. Блин, я ж говорю, как же больно он херачит. Нет. Надо будет сейчас отжать свои 4000 душ. А счетчик смерти где, а? Хайвер, я не ставлю никогда счетчики смертей. Но, когда мы убиваем босса, у нас есть своя музыка. И я составляю список самых попобольных боссов. Привет, Хайвер. Зачем этот список смертей? Для кого это? Для меня? Зачем? Чату. Он и так знает, что я откисаю по КД. Я всегда умираю, Хайвер.
Я даже не знаю, как я буду завтра проходить мастер Игорей. Где нужно выжить и ни разу не умереть. Ведь моя особенность в том, что я упорная, но постоянно откисающая. Если я решила пройти игру, я ее пройду. И не важно, сколько времени пройдет. Поэтому счетчик, скорее всего, сломался бы. Нужно выжить и ни разу не умереть. Очень страшно. Все мы помним Мануса 7 часов, правда, в Дискорде. Я тренировалась в Дискорде, чтобы на стриме его разложить. И в итоге убил его в Дискорде. Я этого не хотела. Так получилось. И, кстати, мне помог Сиф. Я вызвала мини-Сифа, чтобы он его немножко отвлекал. Но это мало мне помогало, потому что Манус не дает подышать вообще. Мы, кстати, Хайвер начали заново прохождение Bloodborne. Потому что я перед лечением проходила, но это было 5 месяцев назад, и я все забыла. А прошли мы где-то половину. Привет, хумор. Хутор. Так, надо вернуть нашу душу. Привет, сэр. Ну вот. Поэтому я решила не ставить счетчик. Он бы сломался. Я никогда не буду ставить пульсометр на ужастиках. Потому что он тоже не нужен. А не нужен он, потому что мне всегда страшно. Возвращаем наши деньги. Ты, твою мать, ты дотянулся, что ли? Ой, выносливость покинула меня. Тихо-тихо. Ставочки? На боссов? А мы делали ставки когда-нибудь на боссов? Было бы интересно, надо будет сделать. Как вам Хайвер на новом месте? Как переезд прошел? Сагрим его, у него мои души. Тысяч. По-моему, не скоро фонарь здесь. Так, я к тебе не подойду. Ты давай сам. Просила не делать ставки на боссов, чтобы не было дополнительного давления. Можем с давлением попробовать. Но мне так пониженное. Ёпресетая там дыра. Вороны, твою мать! Они специально это продумали, чтобы заныкаться нельзя было. Плюс давление. Хорошо. Спасибо за фоллоу. Бессмертие, но время не позволяет. И плюс, как тут сказать, тяжко. Поэтому я переключился на Doom Eternal. И превзошел самого себя. Я не представляю, ветеран, как ты это сделал.
Дум без смертей. На максимальном уровне сложности. На геймпаде, я так понимаю. Ой-ой-ой, что-то я расслабилась, подождите секунду. А, плохо! Очень плохо. Очень плохо. Надо их по очереди выводить, а то они меня спам-машину включат и все. Господи. Надо дожить до фонаря, ребят. Привет, Блэк. Да че, даро. Арчи бдит. Он пережил многое в Элден Ринге. Поэтому заранее готовится. Поняла, хорошо. Ладно. Да ты... Охренел! Так, нужно качать выносливость. Надо пройти. Ага, он там сверху. Значит, сюда он не попадет. Быстренько сбегать. Хорошо. Ты под себя стрелять не можешь. На геймпаде я играла в Taken с Лёшей, если это не так давно. Плохо выносливости нет, отойду. И главное от здания не отходить, а то заспамят. Кто стрелял? Ты кто? Это кто сейчас прибежал ко мне? Я когда его увидела, я почувствовала, что я сейчас потеряю все свои деньги. Он тут может пострелять, интересно? Где ближайший фонарь? Фонарь. Так, но мы не будем заново тут всех по пути убивать. Господи. Я просто хочу сдать деньги, а потом мы добежим до того места. Все в дом.
Ой. Welcome home. What is it? Я? Very well. Let me start. Я хочу. А, не хватило. Ну давай так. Сил мне хватает. Farewell, good hunter. Отлично. И закупиться банками для будущих боссов. Я прокачала ХП. Немножко. Раньше я вкладывалась в основном только в ХП. Я хочу, чтобы у меня полоска уходила в соседний монитор. Но о силе, о выносливости тоже не надо забывать. Я очень много вложила в ХП. Надо теперь выносливость. Так, ну давайте, раз мы там уже везде прошли, пробежим. А то мы будем, если все чистить и накопим много средств, мы будем бесконечно возвращаться обратно. Ой-ой-ой. Ой. Немножко забыла, в какую сторону спрыгивать. А вот. Блин, я не помню, чтобы тут был взрыв. А мы добежим? Хотелось бы. Так, отвалите, пожалуйста. Я же вас все равно всех убью. Я просто не хочу, чтобы мы в данный момент тратили на это время. Но тут меня смущает молодой человек. Я слышу, как он резнулся. О! Ты умеешь лазать! Они умеют лазать. Очень мило. Ну, давайте их встретим подобающе. Привет, Алексей. Хорошая охота. Привет, Зон. Ну, да. Спрыгивать вниз. Ну, зато нет душ, и терять, в принципе, не обидно будет. Но мы здесь столкнемся с этим чуваком, который в нас стрелял все время. Не очень хочется. Ах ты скотина. В следующий раз я возьму коктейли. Я не помню, чтобы он коктейлями кидался. Тихо, тихо. А почему он меня хочет убить? Поднимайся сам. Я уже коктейль приготовила, чтобы распить. Ну, тело где-то. А вот тело. Ладно, уберем коктейль. Почему я не могу его убрать? Я уже не хочу его использовать.
Эх. Как-то так. Тебя убила гравитация. Привет, тематик. Гравитация лучшее оружие. Кто б знал, что так получится. Так. Посмотрим одну серию Тома и Джерри. Или парочку серий. Мы пока на локации, я пройдусь. Ну. Шмотки купим, конечно. Все. Мы убили здешнего охотника, который возомнил из себя крутого парня. Но... упал вниз и разбился. Так вот иметь такое эго. Надо смотреть под ноги, когда находишься на самом верху. Кто-то возродился. Что это за звук? Или это лампа, или кто-то возродился. Не могу понять. Но! Благо, мы теперь будем спокойно ходить по локации. Так как этого охотника больше нет. DLC планируешь проходить? Фрост, конечно. А, ясно. О, твою мать! Твою мать! А чё, он убежал? Я хотела с ним тут подраться. Иди сюда. Куда? Что за выпады вообще? Что он там делает? Какого? Черт! Получай нахрен. Еще хочешь? Шо он? Ёптить. Секунду. Так. А, он сделал кувырок. Молодец. Ой. Что у тебя? Коктейлей нет? Черт. Че? Пепел. Благо у меня есть в хранилище еще ништяки. Но он не должен, по идее, воскреситься, да? Там какой-то спуск.
Секунду, я должна прочекать территорию. Тут есть путь. Шорткат. Тут там есть путь. Церковь. Это не игрок. Red Lover. По-моему, это не игрок. Там было бы имя написано. Но мне интересует другой путь. Церковь-то мы запомним. А вот этот проход, я боюсь забыть. Он ведет вниз. Хотя... А черт, почти получилось. Ну давайте сходим. Где мы? Один. Там, наверное, второй, возможно, но я его не вижу. Ух ты ж, ёптить. Это может быть проблемой. Надо их по частям. А то если включится спам-машина, они меня просто... изрежут. Поэтому лучше решать таких в узком проходе. Их там очень много. Охренеть. Хорошо. Где-то четверо наверх поднялось. Мы их пока не видим. В сундучке самоцвет. А тут нету мимиков, по-моему. Я не помню, чтобы я встречала мимиков, когда перед лечением мы проходили. Миядзаки учил, даже в Bloodborne есть. Спам-машина! Об этом я и говорила. Если у них рассинхрон, это ГГ. Там был еще один в одеяльце. Красная луна висит низко, а чудовища правят улицами. Разве у нас нет иного выбора, кроме как сжечь все дотла? Ну, это крайние меры. Сжигать все дотла. Ты
Такое ощущение, что они в окно не зайдут. О! Костюмчик. Сейчас. Нет, подожди. Ой. Да, они бы не зашли. Спасибо за фоллоу. Мы тут были, привет, Электро. Мы тут были, все. Ну, мы пощупали тот путь. Теперь нам нужно через церковь 4000. Ну, если профукаем, ну что поделать. Тут очень много врагов. Открывать дверь было же. Нет, она открывается с другой стороны. Я бы очень хотела бы открыть эту дверь Фек. О, нет. Здесь идет церемония. Они на меня все накинутся. Спасибо большое, Лёш. Подгончик. Бутерброд. Звуки на фоллоу, а у меня в описании канала написано название песен. Хрустящий. Спасибо. Вкусненько. Перед Данила. Так, но я перед Дотой покушаю. А то кусать много. Буду на него смотреть. Это проблема. Они все побежали в мою сторону. Они остановили церемонию. Да нет, не побежали. А нет. Один все-таки пришел. Чайком кушать. Ну, вы правы. Охоба. Враг. Спасибо. Они сюда идут. Принимать буду по очереди. Они же закончатся. Главное не сдохнуть.
Прием только по записи. Ох ты, сколько... А, он оскверняет еще. Они поднимаются. Один. Ну давай. Пол ХП вынес. Этот ушел. Да господи! Сколько их там осталось? Секунду. Он еще дышит. Ой! На лестнице неудобно. Да как вы? Тихо, тихо, тихо. Чё? Ау? Мы всех перебили, хорошо. Фуф, зачисточка. Ну что ж. Вечеринка так себе выглядит. Ну ладно. Что на выходе? Вороны. Мне лампу очень хочется, вот что. Ворон многовато. Твою мать! Они какие-то разъяренные. Очереди. Извините, птенцы, но у вас бешенство. Ой, камень, камень. А молотов, да не хочется на них тратить молотов. Да и у меня его пока нет. Спасибо за фоллоу. Ничего личного, да. Они бешеные.
Да, ну зачем мне эта дверь? Для чего? Ведь храм зачищен. Я оттуда все забрала. Другого пути здесь нет. Зачем мне шорт сюда? Интересно. А стойте. Вот зачем. Хочу к лампе. Там будет два волка. Я к лампе, ребят. 7000 как бы на дороге не валяются. Ноут на улицу вытащил и колонки поставил. Просто наушники нужны только для атмосферных моментов хорроров. О, ветеран копается в огородике и в чатике сидит. Балдёж. Свой участок. Такой кайф. Вас возможно пробежать? Не хочу с вами иметь дело. Вы все равно сейчас возродитесь. А я хочу к лампе. Очень хочу к лампе. Ну пропустите меня к лампе. У меня столько денег. Прям не могу носить с собой. Кто-то умер. Смотрите. Секунду. А вот мост. Вон туда. Так, лампа внутри. Ну, тебе прям надо, да. Спасибо. Открыли шорт. Но мы до него добежим и спустимся. Вам тоже приятного аппетита. Она присела. Чё такое? Чё такое? Она заснула? Но мне надо деньги слить. Проснись! Проснись! Слава богу. I must have drifted. What is it you... Спасибо большое. Very well, let me... Можно мне, пожалуйста? Я хочу жизни все-таки побольше. А то мне как-то стрёмно уже. Два удара от моба и откисаю. Благодарю. Farewell, good hunt. Класс. Я бы, если в своем доме жил бы, смотрел на тебя свежим воздухом. Ой, свой дом вообще балдеж. Но сначала нужно свою квартиру. Да, хп качаем. А то мы пока кочевничаем. Я всю жизнь снимаю. С 18 лет. Есть, конечно, плюсы. Спасибо. Мобильность. Но с другой стороны, хочется все-таки свой уголок обустроить. Угу. Где там спуск? Тут. Я бы на своем участке поставил бы турели.
Не, у меня везде были бы заныканы ружья. Ах ты! Не получилось! Ну, точнее, у меня была бы коллекция оружия на стене, всякие мечи, щиты. Ну, что поделать, ребят? Что вы прыгаете-то? Проход. Здесь, по-моему, бабачки тусуются. Гостеприимство с ружьями. Но я очень хочу игровой уголок, где у нас будет большой телек, фигурки, приставки. Я так и знал. Вышли из тумана. Мастерскую. Неужто ты меня добьешь? А стенка с мечами, с щитами, с оружиями, с пластиковыми оружиями, нерф. И вообще, я бы еще хотела в своем доме тайные проходы, в случае чего свалить. И турели есть. Получается, как жук. Да, волки. А тут разве нет ни одной лампы? А то ходить уже прилично. Черт. Они разделились, это хорошо. Да ёпрста, я думала, одна пуля. Ну да, проходы. Если вдруг вломится, зашел в проходик, по телефончику позвонил, и полиция приехала. Запасной выход из дома. Бункер. Устойчив к землетрясениям. Ко всему, чтобы дом был готов. Пойдемте налево. Можно лампу, пожалуйста? Очень надо. Ноги болят, столько ходить. Привет, Настя. Тут и правда никто не живет. Тихо, тихо. Как тут? Откуда ты тут? Говорят, в тебе, возможно, две банки хилки находятся. Не здесь, видимо. А что там с Дотой? Дота будет в 16:00. В расписании все как в ТГ, там написано время. Из ружья только деда охотничье ружье есть, висит как украшение. Оно работает? В гараже у меня мастерская. Я из древесин делаю доски для кухни, стулья, кормушку для Рика. Вот сейчас хочу беседку построить.
Я помню, с отчимом сделали с газового баллона мангал. Когда пилили, было очень страшно, будто бомбу разминируешь. Ох. Надо, чтобы оружие было рабочим. Неоднократно, допустим, к моему дедушке на даче прибирались, когда они с бабушкой были дома. Он ружье достал. Рабочее, хорошо. Выстрелил в небо. И свалили грабители сразу же. Потом приходили, когда их не было дома. Не, охотиться не надо ни в коем случае. Я сама не люблю охоту. Не одобряю. Только мечет. Я когда-то тоже думала, что будет у меня свое жилье, будет стена с оружием, но пока у меня только меч из Майнкрафта. Это только начало, Дишек. Ты положил начало своей коллекции. Охоту вообще не люблю и не поддерживаю. Ладно, если охота, тогда ты выживаешь, хочешь кушать, тебе нечего есть. А по приколу мочить зверьков, ну такое. Не поддерживаю. Вот если выживание, пропитание, это совершенно другой разговор. А время, когда есть магазины продуктов, шорткат. Угу. А зачем? А зачем он нужен, если это ведет лестница в никуда? Нахрен. Секундочку, то тогда должен быть еще один проход. Ну, допустим. Что там наверху? О! Вот. Вот мы и вернулись. Ой, простите, пожалуйста, убегайте. Мы вернулись в начальную точку. Да. Это получается, мы тут все уже посмотрели. А зачем? Я еще вырезал деревянные мечи, топорики, когда был фестиваль. Ох, я бы хотел посетить такой фестиваль. Я тоже сделала себе деревянный меч. Я вам показывала фотографию. 5000! А куда нам дальше идти? А я знаю, Софа, куда дальше идти. Мы выбирали путь прямо. Но тут же есть еще один путь. Мы по нему не шли. Надо будет по нему сходить. Деньги надо тратить. Пошли, пожалуйста, фоллоу. Никогда не понимал, как всем можно ориентироваться. Вот мы стараемся запомнить. Угу. Силу, ладно. Здоровье. Farewell, good hunter.
Прокачка или перерыв? Ну, мы, получается, остановимся здесь и пойдем в другую сторону, раз мы тут все пропылесосили. Да, мы там все сделали. Дайте-ка посмотрю, что там есть. Да, мы пойдем сюда в следующий раз. Запомнили, зафиксировали. Я не забуду. А сейчас Том и Джерри и подготовка к Доте. Я докушу бутерброд. Буду с вами тут сидеть и кушать. Это было 4 года назад. Меня попросили. Из Варкрафта. Так, но хочу вам сказать, спасибо вам большое за компанию. Спасибо вам за фолловы, за подписки, за донаты. Те, кто еще не зафоловился, вот, пожалуйста, фоловьтесь. Но чтобы мы были всегда вместе. Восклицательный знак ТГ. Это анонсы, всевозможные новости. Все в ТГ. Я веду ТГ активнее, чем вообще любую другую соцсеть. Дальше что у нас? Архив. Нарезки, записи стримов, клипы ваши. И вещь, восклицательный знак, вещь, лучшая вещь от индивида. И куда мы сейчас пойдем? Ну, пойдемте к Дмитрию, мы давно к нему не ходили. Запрыгивайте. Завтра у нас мастер игрей. Я запущусь пораньше, чтобы подготовиться. Будет очень ответственный день. Главное не отлететь первой, вот что я думаю. Будет очень тяжело там, да, до первой смерти. А мы с вами славимся тем, что мы постоянно подыхаем. Идем к победе, но постоянно подыхаем. Что Димке будем писать? Да накидайте ему сердечек. Заобнимайте его. То будет достаточно. Ну, все. Хорошего вечера. Люблю вас. Целую в носы. Крепко обнимаю. Хорошего отдыха. До завтра. Увидимся вечерочком. Ну, я думаю, часиков 16-17 запущусь. Всех обнимаю.